Всем привет, друзья! Очень долго мы искали вкусный рецепт. Это рецепт малосольных огурцов. Лето, закуска номер один называется. Холодненькие такие, хрустявые, тема. Долго искали, много перепробовали рецептов и нашли единственный, который нам понравился. На самом деле очень простой. Итак, начнем. 6 килограммов огурцов. В ведерочко все не поместилось, так что ведро и 3-литровый бутыль. Если делаете на 3-литровый бутыль, здесь где-то получается в районе 2, чуть больше килограммов огурчика. Чтобы огурцы были хрустящие, необходимо их перед малосолкой поставить в воду, помыть и поставить в воду, чтобы они немножко там постояли. 3 часа подстоялись, все, начинаем заниматься огурцами. Для огурцов нам понадобится 2 средние головки чеснока, значит, горчичный порошок, листья хрена, можно свежие, можно сухие, где-то листочков 5-6, таких средних, таких нормальных, как у рыбака рыба, где-то вот таких вот. Ну и обязательно укроп. Мы используем сушеный тоже, ну, чем больше зелень, тем вкуснее будет. Итак, плюс можно добавить для вкуса, кому нравится, листья смородины. Ну, так как сейчас смородины оборвать у соседей негде, гоняют все, поэтому обойдемся сегодня без смородины. Итак, понеслись. Так, начали с 3-литрового бутыля, на низ засыпали зелень, какую-то часть, ну так, на глазок чеснока насыпали там, где-то 2 зубца или 3 зубка где-то. Ну и выложили огурцы. В принципе, на этом по компоновке все. Дальше берем 2 столовые ложки обычной соли. Без уборки. Высыпаем. Вода очищенная. Растворяем соль в воде до полного растворения, перемешиваем. Так, соль перемешали, чайная ложка, вот такая вот горчица, порошок, где-то вот столько получается. Еще чуть-чуть добавим, чтоб наверняка, где-то пол ложечки. Итого уже 1 ли с горкой чайная. Тщательно все перемешиваем. Горчичку добавили, чтобы лучше шел процесс брожения. Такая вот жижка получилась. Все, выгружаем все это хозяйство в бутылек. Дальше. И берем воду, доливаем до самого верха. Вода обычная, холодная. Долили под самый верх. Дальше ставим это на тарелочку, где-то на окошко в помещении, где вам удобно, где есть место. И оно стоит несколько дней, может, в зависимости от температуры, до недели. После 3-го дня уже можно пробовать их на вкус, готовы, не готовы. Как только они поменяли цвет, ставим их в холодильник и лопаем. Сейчас продолжим все то же самое с нашим ведром. Побег Райана. В ведерке 4 килограмма огурцов получилось. Ну и по соли 4 ложки без горки столовые. Ну и 2 ложечки
Горчица. Заливаем водой по самые помидоры, чтобы они были полностью покрыты до самого верха. Рука оператора. Да сейчас. Все. Водичкой залили и ведерко ставим. Тарелочку и придавливаем грузом. Мне тут подсказывают, что просто тарелкой накрыли и все, чтобы огурцы не выпрыгивали, не убегали никуда из ведра. В целом, в принципе, все. Ждем, каждый день пробуем. Потом в ведре куча надгрызанных огурцов по пробе, которые не получились. Так, все готово. Полчаса времени. Огурцы помалосолились. Ставим их в теплое место и ждем, когда они будут готовы. Вот такой вот результат должен получиться по факту. Пахнущие, хрустящие, кислые. Ставим лайки, подписываемся на канал. Впереди много интересных рецептов.